Расскажите, как родилась идея? Ну, я давно была подписана на художницу Евгению Скорт в Инстаграм. И меня вдохновляли те портреты, которые она делает, потому что это действительно уникальное такое творчество с ее стороны. И я понимала, что человек безмерно талантлив. И мне захотелось с ней посотрудничать. Я прям понимала, что когда-нибудь мы однозначно с ней будем сотрудничать. И когда встал вопрос, что же подарить компании от президентского совета вот на 20 лет, на юбилей, я понимала, что подарок должен быть очень масштабный. И поэтому предложила коллегам посотрудничать с Евгенией и создать что-нибудь этакое большое. И когда мы познакомились с Женей уже лично, я ей позвонила, она пришла в наш офис, посмотрела на наш продукт и сказала, это должен быть однозначно какой-то очень большой портрет. Это должно быть обязательно на природе, потому что у вас натуральный продукт, вы из России. И тогда родилась история, что вот мы должны создать это обязательно на природе. После этого мы стали искать локацию, потому что хотелось снять видеоролик, где показан Алтай. Поскольку мы проживаем в Башкирии, нам нужно было найти подобное место. И ребята нашли такое место. Это заповедник ущелья Мурадым. Мурадымовское ущелье называется оно. Действительно уникальный заповедник в Башкирии, который охраняется государством. И там как раз вот все вот эти виды, они похожи на Алтай. То есть максимальное сходство с Алтаем. Какой был процесс вообще вот создания этого проекта? Какая атмосфера была? Как это происходило? Сначала мы просто общались с Женей и с ее мужем Артуром. Артур как раз является тем человеком, который придумывает всю концепцию, то есть видеоролика и вообще вот этого всего сюжета. Вот. И в таком тесном общении они пытались понять, какая у нас компания, что за человек наш президент. То есть, и тогда как раз вот Женя сказала, что продукт является лицом вашей компании. Ну, то есть через продукт очень много людей вас узнают. А кто является лицом компании из людей? И я сказала, ну, конечно же, это Любовь Александровна. И после этого вот как раз она стала задавать очень много вопросов, а какая она, да, то есть какая ваша компания, для того, чтобы понять. Я стала рассказывать про наши ценности, и тогда родилась история, что в сюжете мы должны показать эти ценности. Ну, во-первых, это семейная история, да, то есть семейный бизнес у нас есть, ценности семьи. Поэтому нам пришлось сыграть роль семьи в этом ролике. Вот, что это природа, натуральность, натуральность в отношениях, натуральность в продукте, очень искренние, да, какие-то отношения. Мы старались это все показать. Ну и, конечно же, хотелось показать масштаб. Ну, то есть, что это должно быть что-то такое очень грандиозное. Наверное, очень амбициозная, потому что компания действительно сейчас очень сильно развивается. И вот хотелось показать вот это развитие компании. И поэтому такие идеи у нас родились. Жалко было потом все это разбирать? Наверное, было жалко немножко, потому что действительно этот портрет просуществовал всего 15 минут. Но тот эффект, который мы получили при его создании, да, и я понимала, что мы все это запечатлили. И после этого еще родилась идея сделать это все на холсте, потом вот на таких футболках сделать такой мерч для президентского совета, для Любовь Александровны, который запечатлит и сохранит эту историю, ну, долго. Ирина, как отреагировали другие члены президентского совета, резиденты президентского совета, которые знали идею, но вот не участвовали в вот этом создании и увидели уже конечный результат ролика, я так понимаю, да? Да. Но, во-первых, я благодарна всем резидентам президентского совета за такой высокий уровень доверия. И когда мы туда поехали, то есть у меня был постоянный бэкстейдж в нашем чате в президентского совета для того, чтобы они все прочувствовали то, что чувствую я. То есть как мы ехали в машине, я им показывала эти коробки, сколько мы везем этого продукта, в какое место мы приехали, как это все происходило, вот весь процесс я старалась снимать. Я делилась с ними постоянно своими эмоциями. Смотрите, как вот это, посмотрите вот это. И все коллеги мне прям отписывались в чате: Ира, мы прям, у нас мурашки, мы как будто там вместе с тобой. Это так круто. Ну, то есть все были реально включены прям в этот проект. То есть это не только я, а действительно все вот проживали эти эмоции совместно. И поэтому вот я считаю, что это действительно прям была такая командная работа у нас. Классно. И великолепный результат. Да. Спасибо большое. Спасибо. Здорово.